дорогие друзья, но я, к сожалению, прервал ролик, наверное, нажал не на ту кнопку. Сейчас я иду по направлению к своему дому. Да, мне уже потянуть резину. О, желтая катафалка. Эти конвейер кого-то повез. Минута моего вечернего выпуска, вечернего ролика от меня. Нихуя не включает свет, дорогие друзья. Это тоже облом. Или, видимо, дорогие друзья, мимо меня ждут, чтобы я включил. О! Здравствуйте. Привет. В магаз, что ли? А? В магаз? Да, в магазин. А что, мама сегодня не ходила? Не, не, а с чем? Не подставляй ногу. Вон там есть кнопка. Наверное. Ну все, нечем, может завтра есть что будет. А. Наверное, я иду, смотрю, думаю, ушла, что ли. Нет. Она сегодня отдыхала. Ясно. Тоже вот так не дала. Вот так вот, дорогие друзья, сейчас я нахожусь в лифте. Вот так вот. В моем новом лифте. И я не забываю говорить вам, что это новый лифт, но он недолго. Так что не забывайте мне поставить лайк под это видео. Вот, мне уже кукух. Вот так. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Подождите, сейчас еще один ролик. Закруглительная моя часть. О.
расселиться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск, а я не знаю, когда он будет сделан. Но я вам сообщу об этом дополнительно. С вами был ведущий сегодняшнего вечернего ролика «Вихрянцы жизнь». До свидания. Пока.